Над своим изобретением Стефан Гулас работал 4 года. Это наполовину мотоцикл, наполовину велосипед. Чтобы ехать вперед, вам нужно крутить педали. Они работают как акселератор. Чем сильнее вы нажимаете на педали, тем быстрее движется ваша машина. Нажимая на педали, вы также подзаряжаете аккумулятор велосипеда. Электроракета способна развивать скорость до 80 км в час. Больше всего я горжусь тем, что нам удалось создать уникальный электродвигатель. Изобретение привлекает внимание, но люди не совсем понимают, что это такое. Судя по скорости, это мотоцикл, но он крутит педали, поэтому это все-таки велосипед. Электроракета стоит 44 тысячи долларов США. Гулас надеется, что его мотовелосипед понравится людям творческим и успешным.